Темпы наращивания производственных мощностей, осуществлению новых, расширению уже действующих проектов, открытию совместных предприятий, увеличению доли иностранного капитала в экономике Сырдарьинской области задают достигнутые ранее на высшем уровне договоренности, а также государственная программа года активных инвестиций и социального развития. Развитие промышленной инфраструктуры как фактор экономического роста. Именно это стало лейтмотивом многосторонних реформ в регионе. Создаваемые в стране инвестиционные возможности способствуют повышению интереса зарубежного бизнеса к участию в перспективных проектах. Так, в рамках подписанного в ходе визита главы нашего государства Германию соглашений, в Сырдарьинской области реализуется проект по выпуску упаковочной тары. Это мягкие контейнеры, востребованные и в производственном, и в потребительском секторе. Объем инвестиций составляет 45,5 миллиона долларов. Предприятие Сырдарье «Мегалюкс», на базе которого выполняется проект, действует уже на протяжении многих лет. Сегодня здесь трудоустроено свыше 300 молодых специалистов. Завершение нового проекта расширит экспортные возможности. Сейчас здесь уже приступили к монтажу оборудования. Компания «Сталлинга» из Австрии. Данный проект мы реализуем совместно с компанией «Стартлингер». Безусловно, запуск производства обеспечит выпуск конкурентоспособной продукции. Важно и то, что здесь появится еще 500 новых рабочих мест. Ну а в настоящее время предприятие уже освоило выпуск свыше 40 видов продукции, которая уже нашла свое место на внешнем рынке. Она экспортируется как в соседние страны, так и в государства дальнего зарубежья. И новые мощности, как ожидается, должны дать солидный прирост экспортных показателей. Новые производственные объекты расположились и в Гулистане, в их числе и новые предприятия по производству спортивной, специальной и женской обуви. Стоимость проекта составляет 44,5 миллиарда сумов. Производство расположилось на территории в 2 гектара. Реализация проекта стала возможной благодаря зарубежным инвестициям в 150 тысяч долларов, банковскому кредиту в 1,5 миллиона долларов, а также собственным средствам в 6 миллиардов 300 миллионов сумов. Мы привлекли специалистов из Таиланда, Китая и наладили выпуск спортивной обуви. Особо хочу отметить, что мы планируем 50% продукции экспортировать. Это только первый этап реализации нашего проекта. Задача последующих этапов – завершение монтажа, дополнительного оборудования, освоение новых видов обуви. Это позволит нам вдвое увеличить количество рабочих мест. Добавим, что предприятие намерено уже в нынешнем году выйти на полную проектную мощность, которая составит 4 миллиона пар обуви в год. Всего работы здесь планируется обеспечить 600 человек.